Страж, отправляйся в лабораторию Распутина. Он не сразу согласился присоединиться к нам. В системе становится опасно. Мне показалось, что он взволнован. Никогда не видела его таким. Когда стражи объединились с Распутиным в прошлый раз, нам удалось повергнуть бога Улья. У Всемогущего нет шансов, если Распутин будет на нашей стороне. Военный разум — сложно организованная система, поведение которой трудно предсказать. Его приоритеты постоянно меняются, но я знаю, что он сделает правильный выбор. А Кабал, не беспокойся, ими займется Красный Исполин. Распутин с нами. В ЕМЗ есть что-то, что он хочет тебе показать. Мне кажется, ты ему нравишься.